Это мы стояли, сейчас был в воде по пояс. Сейчас собираем лодку для проведения учета птицы. На данный момент в этом году численность чуть снизилась против прошлого года. В прошлом году было где-то около 700 пар, а в этом году пар 500 осталось. Значит, ну, это связано с тем, что уже в прошлом году очень было много пеликанов, бакланов. Прудов у нас таких не очень много, где рыба. Манычь высыхает, появляются мели, на острова доступ к хищникам. А хищники, это, если зашли хищники на остров, значит колонии уже нету. У нас вот буквально рядом есть остров, вот это остров Егерский. На нем в прошлом году гнездились пеликаны, в этом году воды мало, лиса зашла, все, пеликанов, бакланов там нет. Кормовая база сокращается, природные условия становятся хуже, природа становится грязнее. И прокормить, пускай небольшое свое потомство, всего откладывают 2 яйца, бывает очень тяжело. И поэтому численность в последние годы их сокращается.